Всех приветствую. Это Razer Synoza версия 2, или как она называется, V2. Сегодня на нее посмотрим. Она стоит 5000, примерно там 500 рублей. Она мембранная, очень тихая клавиатура. Полностью программируется светодиодная подсветка на каждую клавишу. Притом она защищена от влаги сама по себе. Сегодня проверим конструкцию, как она работает, все ее фишки. Расскажу, покажу, присаживайтесь, ставьте оценку, если понравится лайк, если не понравится, то дизлайк. Пишите в комментариях, какими клавиатурами пользуетесь вы. Ну что, начинаем. Поставляется клавиатура вот в такой коробке, фирменная коробочка Razer. Я ее уже распаковывал, ссылку вам на распаковку оставлю в описании. Там чисто распаковка, без слов, в черных перчатках. Так что welcome, наслаждайтесь. Ну, в комплекте нас ожидает только клавиатура, да и в принципе все. Из основных фишек, которые даже сам Razer выделяет, это индивидуальная подсветка каждой клавиши. Ну, соответственно, полностью программируется. И как раз дизайн у нее такой сделан, что как раз она мембранная, и там есть защита от воды. То есть, если ты прольешь там, ну что обычно геймеры пьют, наверное, всякую газировочку, чай, колу, кофе, неважно что, то здесь ничего у нас не промочится. Давайте попробуем снять кейкап и посмотрим. Сниму, чтобы показать клавишу Ctrl. Значит, здесь у нас как раз такой дизайн, что у нас сам механизм находится под защитой, то есть он защищен самим кейкапом. Пожалуйста, вашему вниманию предоставляется кейкап во всей его красе. Ну, чтобы вы смогли оценить. Сначала рассмотрим именно железо, потом начнем исследовать уже программную часть. У нас отдельно вынесены клавиши управления мультимедиа, то есть это запуск музыки, остановка, вперед-назад, клавиши mute и здесь управление громкостью. Оно меня не очень устраивает, мне просто не всегда удобно. Если бы они сделали даже вот эту клавишу качельку отдельной, было бы удобнее. Так, конечно, это просто дело привычки. Но мне приятнее барабан. На втором месте это полностью отдельные клавиши. И вот здесь такой вариант, такой вот качелькой. Здесь отдельная клавиша есть, которая у нас вгоняет компьютер в сон. Нажимаем FN и сон, компьютер вырубается. Здесь у нас клавиша, которая у нас используется для настройки подсветки. Но здесь сейчас она стоит на самом ярком. Неудобно сделано то, что ты не видишь, как ты ее регулируешь. Смотрите, о чем я говорю. Нажимаем клавишу FN, и дальше я хочу сделать немножко потускнее. Она сейчас делается потускнее, но хотя бы было бы понятно, если бы вот эта часть затемнялась. То есть так я все ухожу. И вот самая минимальная подсветка. Можно вообще ее вот так вот выключить. Но при этом я не вижу, насколько ступеней я ее увеличиваю. Вот, то есть можно смело сделать самую яркую, самую тусклую. Ну, как бы я думаю, со мной это один раз делается, но по факту, когда ты вот эти ступени не видишь, это немножко напрягает. Также есть game режим. Мы можем, ну, к примеру, в обычном режиме клавиша Windows у нас активна, в game режиме у нас клавиша Windows неактивна. Выключаем. Есть сразу клавиша Macros, и можно забить, пожалуйста. Очень удобно на клавиатуре сделана прокладка кабеля. Она, смотрите, идет вообще в разные стороны. Задняя часть клавиатуры. Изначально, конечно, мы здесь получаем маленькие ножки, большие ножки. Также у нас 4 резиновых подушечки, чтобы она не скользила, когда они полностью все сложены. И вот кабель-канал. Смотрите, можно вывести в левую, там в правую, посередине. Все делается очень просто. Хопа. Вытягиваем вперед. Соответственно, также легко можно проложить в другую сторону и вывести здесь. Можно запрограммировать любое действие на любую клавишу, плюс это все еще дело можно расширить при помощи уже фирменного ПО и функции HyperShift. Как уже говорил, подсветка каждой клавиши индивидуально. Здесь, конечно, есть предустановленные настройки волна, дыхание и так далее. Сейчас все это дело покажу. Изначально работает с Wallpaper Engine, то есть сейчас у меня
полностью отображается все, что происходит на экране, и повторяет за Wallpaper Engine. Можно это отключить, можно включить, без разницы. Выходим из Wallpaper Engine, у нас включается обычная подсветка. Заходим в фирменное приложение Synapse, и здесь мы как раз входим в устройство, где мы можем на каждую клавишу назначить, что мы хотим. К примеру, как я уже говорил, на вот эту клавишу я могу назначить функцию Razer Hypershift. Сохраняю. После этого я уже могу внутри этого Hypershift назначить клавишу, к примеру, W на открытие одной программы, второй, третий, четвертый, пятый. Это будет, конечно, удобнее, чем делать это изначально на всю вот эту поверхность. А при помощи нажатия одной клавиши мы открываем доступ к программированию того же количества клавиш. На любую клавишу можем сделать функцию клавиатуру, функцию мыши, макрос, взаимодействие устройств, переключение профиля, переключить подсветку, Razer Hypershift, запустить программу, мультимедиа, быстрые клавиши Windows, текстовая функция и вообще можно клавишу отключить. Дальше, по подсветке можно сделать обычные быстрые эффекты, это самое лучшее будет, то есть, к примеру, я делаю волну и у меня, пожалуйста, здесь волна. Можно менять направление в любую сторону. Покажу вам все. Динамическая подсветка. Если мы что-то печатаем, соответственно, у нас остается такой небольшой шлейф. Дыхание. Можно назначить случайный цвет, можно сделать уже заданный. Индикатор громкости. Дальше. Колесико. То есть такая как бы спиральная радуга, тоже в разные направления. Окружающая обстановка. То здесь у нас будет повторять все, что находится на экране, из любой части экрана. Дальше. Пламя. Очень прикольный эффект. Реально такой прям новогодний. Это твой собственный камин. Посмотрите, как это классно выглядит. Вот чего-чего. Но мне нравится, да, первая это волна, потом спиральная радуга, тоже когда все очень быстро переливается. Визуализатор громкости, это, конечно, эквалайзер. И вот именно пламя, потому что меня вот как-то прям вообще вот эта вот тема прет. Дальше эффект ряби, то есть если у нас падает капелька такая, бум, на клавишу D и разлетается в разные стороны. Соответственно, так происходит каждый раз, когда мы печатаем. Ну, прикольно, но не более. Свет звезд. Звездное небо тоже можно любым цветом сделать. Давайте сделаем синий, к примеру. Классический статический цвет. И циклическая смена всего этого будет по-разному работать. Можно сделать расширенные эффекты в Chrome Studio. И здесь мы уже вручную будем настраивать все, что нам нужно. Тут есть классный, ну как эквалайзер, я бы сказал, мы разрешаем всегда и выбираем наушники, гарнитуру, часть которой меня сейчас играет. Запускаем любую мелодию и после этого получаем визуализатор. Работает очень круто на самом деле. И под любую музыку, все что вы хотите, пожалуйста. Подсветка хрома, она умеет адаптироваться под игры и поддерживается более 150 игр, ну, например, такие как Fortnite. То есть у нас будет отображать все, что происходит в игре. Плюс умеет, конечно, работать с нанолив, то есть это те мои квадратики на стене, которые заполонили всю комнату. Ну, соответственно, сейчас у нас приложение Fortnite управляет подсветкой, и можете видеть, как меняется клавиатура в зависимости от действий в игре. И так работает вот более чем в 150 играх. Ну, полный список можно на сайте Razer найти. Вот это, конечно, самый простецкий пример показал. Ну, как оно и есть. Итог у меня таков будет. Мне очень понравилось, как она тихо работает. Я вообще, конечно, обожаю тихие клавиатуры. Давайте я вам покажу, насколько тихо это происходит. Вот сейчас вы будете слышать, как все. Это получается то, что она мембранная. Ее реально можно поставить в такое место, чтобы там ночью никому не мешать. Она очень тихая, когда ты печатаешь, все прям, знаешь, как по маслу скользит. Мне такие очень нравятся. Спасибо, что досмотрели. С вами был Илья. До новых встреч. Пока.